Не каркай тут. Ну, у тебя гербская чешка. Если мне лишнее выпадет, мусор не отдавать, только ты опять выкинешь. Кстати, мазер первый попрёр на нее. Я был близок к этой чешке. Пока не умер от вихря. Конник, напуливай в мазер, он получит. Попрёру будешь ты. Современные проблемы требуют современных решений. Ему если соточку начислит, то ты по приору его обгонишь. Я знаю. Так что на пуле вы не стесняйтесь. Я перекур поставил. Еще минут. Кислород-то тут? Что? Можно двух разбойников поменять местами? Мне кажется, что его мать будет. Двух разбойников, говорю, можно поменять местами, во тьме будет легче наоборот. Потому что он в гере не был. Ну да. Может быть в этом. Ладно, месте. Хорошо. Коника свет, Неонекс, тьма. Запомнили плюс. Оба поставили, услышали. Коин, ты сразу только скажи, на кого ты напуливаешь из мили. Народ-то, наверное. Окей. Да, честно говоря, сложно хилить, когда в четырех разных людей одновременно бьет. Что так не надо? Да я вон, народ там спекается в мишку. Че, больше касок нету, да? Где их покупать? А есть у меня еще каски? Рыбу поставим. 7 зарядов еще осталось. Вы там что, с бомжекасками? Маски, да и не только с бомжекасками. А ну, я слышу. Тут еще с бомжами. Плюс, минус, что-нибудь. Подай сигнал. Меня спрашивают. Ненекс, Рога. Здесь. А, ты, блядь. Я ж не нашел, ты да. В первой пати все. Во вторую заходишь вниз, остаешься там, на пол в медведе. То есть мне вот место отсюда? Да. Кислород. Все принял. Аккуратно. То есть вначале сдаешь в ДК на первой фазе, меня... а вниз заходишь и сразу напулишь постоянно в меня. У меня все предложение хорошо. Есть, короче, раздаваку поменять на какую-нибудь рогу. У нас с АУЕ, с мобами. Сейчас я всех соловью, успокойся. Можно спросить? Гевка или кислый? У меня такой вопрос. Можно потанчить? Твой? Да. Нет. Ты хочешь на ДК зайти? Нет, у меня ДК КД, я в ГВшном рейде танчил. Я хочу третьим танком потанчить. Что ты тут танчить собрался? Маленьких мобов. Так монород вам полуспекнулся, полтинник у него. Ну, полуспекнулся, да, это понятно. Ну как бы... Ой, ты трёшь, не удержишь на себя, на своем протике. Это, во-первых, есть только босс. Он монорос, я не знаю про чё ты, я просто вихрь, у меня достают, когда я только в звездочке стою под боссом, а когда я 24 мобам даю вихрь, они меня убивают. Не знаю, про чё вы, ну, по-моему, протика никак не сложат эти мобы. Я в пане того, то, что у тебя УЕ проблема. Монару там держит, это трешь. Есть. Можно. Монару держит. Может. Нормально, я его прохилю спокойно. Есть рога, который вихрем одним на пулит всех мобов. Давайте, ребят, поехали. Монзар. Плюс поставишь, как будешь готов. Монзар, слакер.
Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Войт. Чё? Бежали. А, ты по мне? Ребят, на этом капта, блин. Лужа. Я на NX. Хорошо, я чернотролли. Мутилова чернотролли. Я во тьме, мутилова не поднимай. А ладно, гифку тогда подними. Перережим, я урез. Перевяжем. Давай. Просите меня. Чё? Втягивай его в таких ситуациях. Лок, вставай. Ребафы дайте по локам и по рогам. Вам же каску лап 300 бал. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если... Заходим. На пол, где? Да не бейте, бейте первых этих. Коника. Пять секунд лезвия. Верчу на это. Путинца. Двигайтесь. Фил, ты не видишь, где весь рейд стоит? Сорян. ТГПшка, сорян. Мтёла поднимешь Войда, а Монрад потом, когда выйдешь, поднимешь Шанкила. Монрад. Войд, вставай. Лезвие. Не заходи, останься там тут 5%. 54%! Стоп, давай. Санты. Дотки пошли. Перевозим. Просто. Под жопу босса. Сначала метку. Пыльни, пожалуйста. Тьма, стоп. 60%, 70%. Испыльните, пожалуйста. Спасибо. Танку. Угу. Суету танку. Господи, опять хилбот. Я нажимаю, но нигде спылится. Упал свет. Раздавака, ты выйди вверх. Выйди, а, вайп. Толку. Ставьте меня в свет. Вы чё, не можете танк удержать или чё?
Кирс вверху свет уже был, да? Кирс возьму в свет. Сейчас только релогнусь. Опять что-то метки не показывает. Когда там КПшка полетит? Так, я в свету. ГПшка. Неонекс, Чернотроль, Войд, Анкил. По нарастающей пойдем. Второй 250. И второй 250. Там 500. Да. Раз вы не умеете бегать, нахуй, и шмот вам нахуй не нужен. Ну реально, блять, уже заебо, нахуй. Вы сотрать пришли, блять. Дизбарали, сука. Бафы дайте. Срыв агро 5000 гп. Дайте каску. Кто бафу? Лапку инту. Войд, Кирс. Теперь все есть. И выйдите. Поль, ты тогда не заходи. Поняла. Раздавака. Я чё, в отмену на постоянку? Нет. Раздавака. Там только Полина и Амир поменялись местами. Давай, вот где медведь прям прекрасно. На народ. Миля ложен. Центр огонь. Звездопад. Тайфун. РДД точечно в маленьких подбоссах. Бежали. По боссу. Заходим. Ёпта. Пять секунд лежит. Передвигаемся. Остерегайтесь теней. Коника.
Чернотролль. Пятьдесят пять процентов. Пятьдесят четыре. Кирилл. Ебать. Словил маслину. На ровном месте, ребята. Там двойные, что ли, рука и клиф или чё? Я чё скажу. Тоже интересно. Нет. Что, зайти? Я крылья прошел, но не успел уже. Да, зайти умрем. Заходим, заходим, на чего? Заходим. Умираем. 0,1,5. 38. 0,2,6. 38 тысяч. 0,3,2. 3000 клина полумрака. И 0,3,8. Сот добивающий. Три удара. За раз, два, три. 3 секунды у меня. У меня вот 46 смотрю. Ближний бой. А, это пелена. И опять ближний бой. Я не могу в двух местах сразу. Войт, когда заходишь, не надо сразу убить. Я только тыкнул, но убрал. Ну он у меня только на таунте и держался. Я его успел ударить. Поздавак. Правую кнопку только тыкнул, потом на пол нажал. Ребаф дайте. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Если есть, я вообще ни удара не сделал. Ребаф попросту дайте. Гена. Лужа аккуратно. Бонсент. Тайфун. Перебежали. Шамагол. По боссу дайте урона. Больше. Заходим.
Бабл. Пять секунд. Женой. Что главное? Жена, дай по мне ее. Даю гимн. Коника. Бьем. Костя. Казон, сначала метку вынеси. Тьма 60%. Перебегайте, вы чё стоите? Нормально, нормально. Охренен. Бырничать, говорит. Поднимите не Оникса, не Эликс. Разговор. Свет, стоп. Нечем прожаться. Света, отвлеки. Плостик коника вниз. Можете прохилить мне? Дыхание. Блять. Блять, сидеть. Блять. Сантей. БР нету, да? Лезвие кончилось. Подняли кого-нибудь, нет? Неоникс. Здесь, здесь. У жена на СБР. Свет, стоп. У жена коника поднимай. Большого бейте. Сейчас лезвие. Стою. Коника, все остаешься. Большое по ОХП. Можно спускаться. Чего в бок? Лезвие. Грип сорвал. АУЕ под большого. Ой-ой-ой-ой. АУЕ. Ну это пиздец. Я сильно. Блин, ну прям подо мной лужа. И в свету у вас что там, тоже самый пиздец. Не вижу. Да, тут лужа прям чуть ли не в центре. Да я вижу, где лужа. Перекур. Ну согласен, перекур. Коника долго не вынуждает. Да вы не на ДБМ ориентируйтесь. У меня он вообще в РФ не работает. Уже давно. Вообще выключен нахуй этот ДБМ. У меня он тоже вообще выключен. После того, как метеор я увидел, он через секунду-полторы только озвучивает его. Там идет сначала падение, то есть через сколько он появится, а потом идет второй таймер, когда он уже нет, падает. Нет, сама надпись на экране запаздывает там на всех не костах. Знаю. И лезвие сумерек тоже. Сначала тело... лезвие появляется через секунду. Дело не в надписях, в ДБМ, а в Сирусе. Дело в том, что здесь... Угу. На реакцию дано меньше времени. Да.
аналогично как с мобами на сурке и с вихрями на совете. Еще бы ловушки быстрее появлялись, было бы вообще весело. Помню, как ловушки сделали, что она прилетала и через полсекунды появлялась. Вот это было круто. На чуму 3 секунды, да? Да, на чуму 3 это вообще имба. Ну, сразу проверка на вшивость. Не, на чуму 3 не сделают из-за механики. Ну это да, это слишком жестко. Там чисто из-за того, что трэш просто пошотается. Или дамаг я тогда уменьшил. Так, ребята, кто в свету? У вас такая же проблема, как и на первой фазе, когда мы вайпались. Вы не видите луж вообще. Вы даже не даете возможность отхилить, вы сразу умираете. Да, там лучше заходишь, два тика и умираешь. Лужа пойдет медленно. Дохнет, отбегайте дальше, блядь, и смотрите лужу, кто не уверен в себе, пиздец. Ждите, пока она разольется. Она ползет 10 секунд, эта лужа очень долго ползет. Ну, блядь, я не знаю, как еще помочь этим людям. Ну, просто люди не то, что не видят, они не смотрят. Ну, это аналогично. Там, конечно, еще не повезло, когда выходили, метеор прям в портал падал, нахуй. Ага. Но он вроде падал ближе к хвосту. Ну все да, да, то есть... Все почему-то ближе ему... к морде, чтобы перебежать, сместились ближе к морде. Ну, такое себе. Какой-то херня, блин, ей-бог. Как тут танком легко играть? Я не, вообще, я просто скучаю уже. Дайте мне второго ДК, пожалуйста. Есть такое ощущение, что во тьме и в свету надо метки ставить на определенных людей, чтобы за ними бегали. Это не ощущение, я бы так и сделал. Тут по-моему, все щука, рак и лебедь. Как ну, бать. Крайний раз, когда Рога упал, я стоял буквально в шаге от всех. Буквально. Причем лезвие было там в метре двух даже. Как срезало, я не знаю. Лезвие больше... Прорисовка одна, а режет он намного больше. Надо стоять именно в центре. Ты был на Джайне? Рога? Нет. Нет? Ну я смотрел... На третьей фазе там поймешь, какие шипы, каких у них текстурка, как они визуально отображаются. Это ад. Тут еще более-менее норм. Ближе к животу держись, Рога. Там специально танк. Слишком близко бывает. Тоже он стоять не должен, потому что если босс кислый чуть... Я имею в виду... Да нет, вот видишь, вот я рядом с тобой стою, вот стояли вот весь рейд, где ты, я стоял где-то вот так вот, и меня срезало. Я имею в виду не ближе дальше, я имею в виду, что ни к голове, ни к хвосте. Именно вот ровно посередине там, где живот. Нет, с этим-то проблем нету. Я туда подбегаю только сдать вихрь и череду. Ну или камеру разворачивайте перед лезвием, смотрите, где шары, не ориентируйтесь. Это, наверное, без урон как... тут это поднакрутил что-то, ширину, толщину всего увеличил. Чтобы это не траили, а шли в око в хм. Всегда так было. Текстура больше работала. Я умирала уже от того, что когда вот освоение было, что текстура одна. Я в хм вообще первый раз. Еще бы хитбокс побольше сделали, текстуру. Да в обычке, когда вышла обычка, тут то же самое было. Просто урон понерфили, и теперь лезвие там в обычке не шатает. Все то же самое было. Тот же метеорит, тот же огонь. Все то же шотовое. Потом перестало шотать. Стало шотать в хуэне. Пейте сапроты. Так. Ребята, резисты где? У него сапрот тикает. Заходи, резист. Значит так. Гриб, паук, фивостер. Дай-ка. Гриб, да, давай. Тоже 2 минуты сапрот. Потом 2 на почту отошлешь. Хорошо.
Значит так, вот вам воодушевление. Гифка, для начала сними 4 сотки, которые начали. Так, все ли тут? Начинает. Сантей? Тут. Значит так, если сейчас за 3 пу не убиваем, весь рейд получает 500 гп и расход. Тут у кого отвалится интернет или будет срочно рожать кошка, 1000. Не, кислый, у пианиста интересный конкурс. У пианиста 5, не знаю. Нет, 200. Звони, что ли, всем начисляй. Ага. Ты снял 4 сотки? Да снять-то я снял, но... Тут половина несогласных, как бы. Это волнуется. Пошли, пришли убивать босса, которого убиваем полгода уже. Сколько вайпов было? 10, 12? Можно спросить? Вот, 3 пула мы дадим, если у нас останется время до окончания РТ, все равно расход будет? Там посмотрим. Ты вначале убей, тут что-то я, блядь, сомнений. Еще ставка повысится и будем дальше тратить. Я тогда спрошу, подожди, Кисл, я тогда спрошу, кто анонсит в свету и кто во тьме? Поставьте на них метки, пожалуйста, потому что то, что сейчас творилось в свету, я увидела, тут все одни так, под ноги. Ладно. Хорошо, Гифка, остаешься в свету, Матиолу уходишь в свету. Давай. Матиолу, слышу. Уходишь в тьму и остаешься там. Кирс во тьме, Полина в свету, Шмагол во тьме, Элбра в свету. Тогда пускай это Полина обратно во тьму, а Кирс гором. Хорошо. Так, Хьюи, заново говорю, что Полина, тьма, Шмагол, тьма, Матиола, тьма. Элбрил, Кирс, Гифка, свет. Так? Да-да-да. И все. Этот Элбрил заходит на вторую фазу во тьму, ну и потом уходит. Все. Хилл, все окей, все. Выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Выпала честь узреть начало эры разрушения. Отойдите от босса. Умрете, кто не уверен. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Матёл. Перебежали. Ложе аккуратно. Бабл. Сейчас метеорит будет. Перебежали. Аккуратно лужу. Матёва. Кисло подними. Сразу вставай. Кислого захвата. Верчу.
Сколько процентов? 63. Кильти, я выбегаю. Мы народ поднимай. Не надо. Потом не будет времени. Не ноги, дай. Я встать могу. Стоп. Дыхание. Стоп. Тише, скажи, когда ей зайти. Зачем вы вот выходите влево? Когда заходить? Заходи. Хил. Хил. Хвосте. Сразу вставай. Резист. Перебежали. Резист через хвост. Полину встанешь. Лужа аккуратно. Свет. Жена Нейнер по Полине. Хочешь? Когда вставать? Заходить когда? Сейчас лезет. На народ. Лезет. Заходи. Дыхание. Перебежали. Хил, 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 хил. Коника, ложа. Скажи, когда нужно будет просто зайти. Сейчас. Просто зайди. Тьма, свет, стоп. Свет, стоп, тьма, давим. Перебежали. Еще раз скажешь, когда ему можно будет зайти. Дыхание. Сейчас. Нет, 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 нет! Жена Энсантея поднимай. Заходи. Дыхание. Заходишь. Заходи, заходи, заходи. Когда перебежим, поднимешь. Вы чё, блядь? Анкил тоже зайдёшь. Лезвие, лезвие, лезвие. Перебежали, перебежали. Кто заходит сейчас? Поднимайте, жена, поднимайся, Антея. Стопните его. Тьма, свет, стоп. Скажите, когда зайти можно будет. Сейчас лезвие будет. Свет, стоп, побос. Во тьме 2 ДД всего. Свет, стоп, полностью, сжаться нечем. Бабу. Заходи. Перебежали, перебежали. Лезвие. Свет, стоп. Р2. Эти адов. Кильте, кильте. Бьем оба, бьем оба. Перебежали. Лезу. Там есть еще кому зайти? Амир выжил. Хил, хил. Свет, стоп. Я вообще без маны. Тьма, Гера. Редвар, зайди к ним. Скажешь, если как нужно будет.
Можно. Радвар, зайди. Элик, с гимна мана давай. Блин, дыхание что пошло. Зайду, Войд, если что, скажешь, как кончится. Скажешь, как кончится. У нас уже не осталось. На 100, на 100. Можно, можно заходить. Прибежали. Не, не заходи, не надо. У нас здесь уже мало осталось. Тогда ладно, не надо. Блядь, всё. Начисляй мне ГП. Товарищи, которые заходят и оказываются с другой стороны, не надо перебегать сразу. Дождитесь лезвия. Вас похильнут. Лезвие пройдет, потом перебегайте. А то двое появились на той стороне. По очереди, правда. Посмотрели по сторонам, ага, с другой стороны. И бегут через центр. Хлобысь и в лезвие. Минус один трай. Да, пытались вытянуть, пытались. С большим количеством косяков. Еще две попытки. Да вопрос такой. Будете ждать КДБР 7 минут? Почему встану? У меня 3 по минуту. Ну, есть у кого 7 минут, а пул идет 7 минут 8 до версы. Минус БР как-то начинать неохота трайка. Я релогаю. Я тоже релогнусь. А то сказали про интернет 1000, и у меня как началось. Все релогают. 7 минут релогнемся, да? Нет, 3 минуты. Там 6 еще осталось. Ну, откатится, наверное, да? Да. Кислый, поставишь меня во тьму сразу вместо Неликса? У них фетиш делать шажки влево. Не знаю, что это такое. Я, по-моему, тоже влево вынесла. Мне надо было Мне надо было хоть куда-то вынести. Говорю, призы начались. Как будто кислый это предвидел. 1000 ГП, ну блин, ну давайте ГП. Заслужила. Что-то не понял, а зачем мне в тьме удобно? Не. Ты толстый слишком. Также первый пати тьма. Блядь, только будьте аккуратны. Я широкие бока. В смысле широкие? Я до последнего жил. Ты дохнешь на лезвие. Где, когда? Да так. Иногда. Неликс, диспелить умеешь? Так я и диспелил сейчас. Окей. Только не все, конечно, Полина половину диспелила, а перед, когда Полина лежала, я диспелил. Ну, в общем, помогай. А где там труп Сантей? Не видно. О, поднялся, задержка 136. Так вот, я и говорю. Не вынесло, еще хуже было бы, сразу бывает. Все бы получили 500. Не хотелось это. Лучше уж я одна. Гриб. Фундака, заходи. Радвар, успокойся. У нас есть Вазелин 2.0, а есть вот Делюкс 2.0.
Так, нет, я не говорю. Можно пристать? Я реву. Рыба есть? Рыба? Что поставил? Сзади. Все готово, выйдем. Подожди, Стас, я помню, кто тревогался. Нет? Все готовы. Я тревогался. Нет, прям кто-то сейчас. Ну, заходите. Сейчас увидим, останется кто-то или нет. Раздавака. Раздавака. Ну все нормально. Женуин, что лучше? Перебежали. Перебежали. Лужа аккуратно. Вилли. Бабл. Большого больше урона. Жужа. Жужа. Ярчу. Сколько процентов? 57. Это ГГ просто. На народ есть? Не лагает. Номер сразу. Стоп, дома. 53. Казон, не заходишь. Когда, скажите, зайду? Казон, вставай. И остаешься тут. Перевозим. Блять. Жена поднимешь спросите. Костя. Заходить нет. Сейчас. Уходи, уходи, дыхание. Жена лапу. Вон же каску дайтесь, кого-то есть. Перебежали. Кто сзади? Быстрее, ханты. Свет. 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 Свет в трэш. Бьем. Коника. Тьма, стоп. Тьма, стоп.
идем. Свет, стоп. Перебежали. Свет, стоп. Лужа аккуратно. Резист. Бьем. Почему баф не на... След, стоп. Резист. Под хвостом пройдешь. Бьем. Перебежали. Свет, стоп. Свет по трэшу. Лужа аккуратно. Готов, сижимки. Бьем. Казум, Казум. Казум выбежал. Тьма, стоп. Ближе к кровати. Чё за хрень там? Все сдохли, что ли? Перебежали. Когда лезвие? А тут все упали. Там. Чё такое? Чё у вас там случилось? Лезвие. Чё, лезвие? Лезвие пятерых сбил. Казум, бросьте, Полина, в чем проблема? Да лагаю я, блин, была так бы замена. Оставь ее в свету, оставь ее в свету. Попросилась бы, блин, на замену, честно, даже если лут нужен. Оставь ее в свету, оставь ее а в свету. А ну, там пускай постоит надо. Там... Нет. Вот именно, что на последнем лезвии. Из-за того, что я лагаю, я начинаю бежать вперед. И вот сейчас я поймала лезвие только потому, что я в принципе на него забежала, а не потому, что я там стояла. Говорю, была бы замена, попросилась бы на замену, но это невозможно. ГП, значит, заслужила это. В чем проблема? Так, тут с самого начала сегодня фризит всех, я не знаю. У меня в начале все нормально было. Кислород сказал, кто у кого лагает, 1000 ГП, ну окей, я не заслуживаю. Здесь ты чё там за угол спрятал? Он боится. Просто паладина нет в рейде, поэтому... Нажмите кнопку. Без паладина можно всё это захилить. Это 100%. Ауру сосредоточения от лагов ставит просто. Паладины во тьму никогда не заходит. Только на второй файл. Развар. Выйдите. После вайпа, да, мне не дали бафы. С чего вы взяли, что у вас трай, я не понимаю. Стоп, вот, хорош. Изморолится. Если сколько БР? Не, нулевый. Понял. Метелло тоже есть, да? Окей. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Кислый.
Перебежим, поднимешь кислый. Ложи аккуратно. Кстати, есть еще могу. Не надо, лучше подними его, когда перебежу. Все равно Бэйр мертвый. Иннер, по-моему, сразу дашь. Раздавака. Перебежали. Подъем. Ложи аккуратно. Вставайся. Бег, ебать. Ребафу по шаманам. Кисло дай ему инер. Бомжи каску прожмите. И присты свои бафы тоже. По боссу больше дайте урона. Заходим. Верчу. Народ. Понял. Просто останешься. Хил. Сколько процентов? 60. Еще раз повторю, просто останешься. Пятьдесят. Четыре. Четыре, сто. Даю гим на ману. Перевозим. Народ, Родвара поднимешь. Хвосте. Диспел. Тёр. Перебежали. Амир, побежали. Лужа аккуратно. Охуенно. По жену я на народ. Тьма 100. Жена на Родвара. Тьма 100. Ложитесь. Пиздец, все. Ну так у вас там что умерло, сразу хилы 2 ДД. У нас 3 ДД. 3 трупа лежит. Никак. Ты тебе 4 сотки снял? А, да. Жена, ты от чего сейчас умер? Ты в луже или тебе мелкий так запинал слишком быстро? Давайте еще бить. Сейчас РТ есть. Ну как с смысл? Ну просто перестаньте дохнуть во тьме. Пять.
Волшебным взмахом палочки. Просто убейте босса и все. Поставь миликов в тьму. Да во тьме недохил вообще... из-за того, что я лагаю. Причем жесткий. Редвар, по-моему, от недохила сдох. Свет танка с рогами, Мишку. И миликов в тьму. Может, они не будут дохнуть. Зачем ливать? Вы распускали, что ли он ливает? Я не знаю, сейчас РТ есть, ребята, вы чё? ТВшники убили, а мы нет? Как так? Ладно. Да возьми его обратно. Ну, как так-то? Ладно, ребят, не убиваем, наказание будет. Убиваем, все спокойно. Да за час убьем его сейчас, нормально, че вы? Шкаф сумму. Ну, у вас кто пишет, вот толку нет, у вас шмот есть фулл с РСК. Я понимаю, что вам не надо здесь ничего. Так, ребят, большая просьба, уже говорили, поставьте во тьме метку, за которой все будут четко ходить. Почему? Потому что мы сейчас стояли все в толпе, но нас, тем не менее, втроем срезало. Прости, вон на простю поставь, прости, не нуб, нахуй. Поставь. Да я нуб, ебать, сдох от дыхания, ты шо? Я вообще нубиссимо. Давай я во тьме повожу ее, блядь. Останусь во тьме. Поставь на меня. Давай. Давай метку, если чё. Просто их поводят, они никак там от лезвия не сдохнут, если будут у него стоять. Да просто оставайтесь стоять на том месте, где кончилось лезвие. Да, да. Ну ты все это нужно. Да давай метку, давай на меня метку. Блядь, ну, просто стойте, но... где, блядь, кончилось лезвие, не делайте лишних шагов. Ты кинь ассиста просто, если на него метка будет, то с него метка скинется, чтобы он обновил на себе. Нормально будет. Три-четыре пула сделаем, покурим, да убьем потом. Кончится, это кончится. Помню, приходили первый разминочный, с второго убивали. Да это понятно, но тут видишь танк, люди какие-то сомнительные. Я танк не косяку. На первом пуле он там пока сориентировался. Было что-то. Сейчас не вижу его. Правда, не знаю, что на третьей фазе творится, но первый у него фаналистический там. Ребафу дайте. По-твоему, Вайт, я вру, что меня лагает? Нет, я не говорил. Последний барабан. Ну, значит, контрольный, крайний пул. Это барабан последний. Не придумал. Что делать? Купим барабан с цветами. Тут еще, блядь, свечку нужно в Регримаре поставить. Да хорошо все идет, сейчас нормально будет. Редвар. Выйдем. Кисло, давай, может быть, я в тьме до конца. Я все время там был раньше. Хорошо, я убрел до конца в тьме. Полина, пусть в свете. Там беготни меньше. Хорошо, Полина, услышу. Ну, дискорд у меня не лагает. Ну тогда поменяйтесь, типа зайдете Рома, а вы или Полина. Нет, дискорду нужен. Все, Полина, свет, я убрел тьму. Ну кто-то четвертый, заходите на второй фазе. Если есть? Минуту. Мотелло, поднимай. Только Элдрил там дистрейл. Ребафы дайте, все, Женуэн. Да я так дистрейл. Женуэн. Ложи аккуратно. Чуть слева идет. Казон.
Прибежали. Вихрь достает, прикинь. Неликс. Ложа аккуратно. Прям к краю отходите, сука, барьера. И там диспелите. Я ничего не диспелил. Заходим. Босс чуть криво стоит, на лезвие отходим. Верчу. Себя его дергани немножко. Сколько процентов? 54. Хорош, хорош. Пятьдесят три. Стоп. 52. Стоп, стоп, стоп. Гриб, гриб. 51. Влево от шарика. Ага. Писаться. Осторожно. Привозим. Все равно, ребят, он криво стоит, так что отходим от этого. Хотя мелька сейчас уже не будет. Амир, перебежали. Перебегайте, мой народ тоже перебегает. Перебежали. Свет, стоп. Мой народ после трэша гриба. Ложи аккуратно. Идем. Тьма, стоп. Тьма, бьем. Гриб готов, жди. Поднимай его на народ. Нет, не поднимай. Свет, стоп. Перебежали, перебежали. Элбрил. Свет, стоп. Элбрил, убеги. Бьем. Вперед, вперед чуть-чуть. Аккуратнее лезвие. Неликс. Спойте. Я в кучке. Я понял, номер. Приди быстрее. Мы подняли. Нет еще. Сейчас перебежка. Вот что. Элбрил, аккуратно. Перебежали. Сразу поднимаем. В метку встаньте во тьме. Скажи, когда грибу зайти. Лезвие еще. Лужа, аккуратно. Скажи. Полина. Защита от тьмы там ему бафнись. Дыхание. Свет, стоп. Свет, стоп. Может, пустите кого-то в тьму, пожалуйста? Вас. Лезвие. На танке, убегай. На танке. Танк перебежал. Радвар. Стоп.
подъем. Гриб. Что это такое, блядь? Ребята, у нас было. А, свет стоп. Перебежали, перебежали. Если скажешь, как лезвие кончится, зайду. Не бейте, свет не бей. Свет стоп. Свет полностью трэш. Сейчас лезвие будет. Бьем оба. Свет чуть-чуть. Че там? Лезвие, лезвие. Сейчас дыхание пройдет. Дыхание. Заходи. Че? Может Гера? А нет. Тьма, стоп. Тьма, Гера. Тьма, стоп. Свет, стоп. Свет, стоп. Тьма, Гера. Свет, стоп. Перебежали. Женен, просите, я гриба. Но народ нет. Скажи, когда можно будет просто зайти. Сейчас. Слева портал просто. Все, поздно, больше нельзя. Он зашел нормально. А нет. Ну, народ. Перебежали, перебежали, перебежали. Схил. Свет стоп. Свет стоп. Свет стоп. Трэш играйте. Большого не достал. Большого на пол. Я упал. А берса? И берса. Надо еще раз только, блять. Надо еще раз. Да вот мы умираем, у нас как раз вот это вот не хватает. 5-6 лямов. Блять, вроде ж нормально стояли. Это как какая-то жопа, дышал, я даже продиспелиться не могу. У меня подвисает, я вот рывками вижу, перескакивает просто через 2 секунды иногда. Пойму, мне кричат Элбрил, я на себе дебафа не вижу никакого, нифига. Потом раз, уже красный. Ты смотри на категорию почаще. Да нет, там не видно, у меня то же самое было. Сейчас подойду. Как, категорию не видно, что так, у кого лагает? Не путайте компы. У меня свету не лагает. Это там, странно. Там, короче, просто бывает баг такой, что он... Коля, когда... я говорил, у меня тоже... Я посмотрю просто, раз отлагало, я слишком близко, я вправее убегаю назад от лезвия, раз уже под жопой лезвие, я опять вперед перебегаю, и не поймешь, куда бегать. Ребутай, ребутни комп. Алло, я тоже ребут. Там знаешь, что было? Там, короче, бывает баг такой, когда Халион кидает метку на человека, а человек этот сбоку стоит. Он бывает на него на долю секунды поворачивается, и он может быть тогда дыхание одновременно кастанул. Так я 4 раза на этот, на декурсив вжал, чтобы себя диспелить, блин. Вы если видите, что это, лучше страхуй. Не, на себе я метку видела, я выносила несколько раз. Я не видела на игроках периодически. Хочу Холи Престом проиграть. Вот, я вначале так же падал от этой хрени. Первый 1-2 пула, а дальше уже понял, что. Кому интересно, заходим на стрим. Смотрим видос. Да кому интересно видос? Тут война по-другому. А вы где, в ХМК или в обычке? Ну, Лизар, не за тебя. Видос от Комбат Роги. Рез 25 герц. У нас перерыв? Нет, компы ребутают. Да не может же у всех, это скорее всего на серваке, тут компы вряд ли что-то помогут, их не рубили. У меня в Дискорде никто не лагает. Не, ну я с телефона сижу, у меня вообще Дискорд второй день не работает. Я его и переустанавливал, что только не делал. Он пишет какую-то чушь сначала... там, исправьте какую-то ошибку. У меня сначала все было нормально. Все было хорошо. Потом вот через несколько пулов, такое ощущение, что кислый пророк просто. Сказал, что если кто-то лагает, то получит 100 ГП, 1000 ГП. И у меня вот с этого пула началась какая-то херь.
Еще из-за этого, из-за ГП руки трясутся. Это задержка от Сируса, а не от... Так что там трясутся? Всем дадут, что ты переживаешь? Ну вот. Было бы неприятно, если бы за меня ребятам дали. В этом вся суть. Я не за свое ГП переживаю. Кто-то смотрит видос? Сижу и смотрю. Победный трай, если что. Мне нравится, так успокаивает. Я вот просто сейчас кастую, у меня по кварцу, по этой миллисекунды отображаются от 80 до 800 скачет волнообразно. Нет, у меня именно во тьме, вот на второй фазе начинается. Ты комп ребутнул? Комп нет, комп тут ни при чем. У меня просто еще и частота смены кадров что-то 108-103 прыгает. Ой. Шкаф сумон. Я не знаю, что уже отключить. Это вот, как я в квартиру другую переехала, какая-то херня началась. Я до этого ни разу не лагала нигде. Езжай, брат. Да это не у тебя, это от Сируса. Ну, до этого ничего не было. Все жаловались там, у кого-то пилит, у кого-то еще что-то. Прожимаю. А я говорила всегда, что у меня все нормально. Вот переехали, и какая-то хрень началась. Не знаю, с чем это связано. Бафы. В Дискорде все хорошо. Полина, у тебя частота смены кадров сколько показывает? Ну, сейчас не лагает, я говорю. Цифры сколько? 36. А у меня выше 100. Что за хрень? Да это не FPS, это характеристики вашего компа. А что задержка? Вы задержку смотрите, а не FPS. На самом деле ничего не лагает. У меня задержка сейчас 40. У меня показывает 80 по Сирусу. У меня комп летает. ДК, заходи. ДК, комп, а в кварце кастуешь, там в миллисекундах отображается ДК? До 800. Комп ребутает. ДК комп ребутает, он говорил. Я смотрю видос это. Но у меня когда 70, я вообще игроки. 30% Холиона, присоединяйтесь. Комп перезагружается всегда дольше, почему-то, чем просто выключить. Смотря на каком жестком диске у тебя винда состоит. Если на SSD, ну то да, У меня комп перезагружается 24 секунды. Ну вот, потому что SSD. Да. У меня он тоже быстро перезагружается. А если обычный диск, то... Кисло, ты считал 24 секунды? Вот у меня тоже как-нибудь. Я не знаю, 2 года назад все установили, все там вдруг. Говорит, а теперь смотри, говорит, почувствуй, говорит, кайф. Перезагрузка секундомера. 24 секунды. Винс перезагрузился. Я тоже очень быстро. Моментально просто. Почты есть у кого? Инженеры? Остал. Сейчас рядом.
меня минуты три только на сиру заходит. Бесит меня, блин, вагоница. Вагоны. Ну как это назвать? Действительно, как это назвать? Вагоны. Не, ну тут я понимаю, не до хил, я понимаю, хил дохнет. Но тут на самом деле, ребят, не только причина в хилах, но тут уже я не буду продолжать. Да сейчас все нормально будет, что вы нагнетаете. У всех все отлагало уже. Я вот одного сейчас в свету, с 1% Дизурон сказал, подняла. Обновился серф. Что, Дизурон сказал, сейчас убьем? Да, Дизурон сказал, обновился серф, флаги прекратились. Надо попросить благословения. Путин позвонил только что, сказал, интернет для нас подогнал. Теперь я вот сейчас в свету одного, с 1% хп подняла, он бы уже стоял. Не буду говорить и показывать пальцем, кто это. А рыба стоит? Ну что-то места нету, одно. Рыба? Затыкали, что ли, пидорас? Вот сейчас точно.